Настоящим откровением для многих посетителей открывшейся сегодня в Екатеринбурге выставки «Стройкомплекс Большого Урала» стал стенд компании, предлагающий фундаментные работы любой сложности в любое время года по ценам вдвое меньше, чем у конкурентов. Фокус оказался в технологии таких фундаментов. Это не каркасные и не ленточные, а свайные фундаменты, причем с использованием винтовых свай. Отличия винтовых свай от забивных почти нет. Разница только в ненужности тяжелой техники, отсутствии земляных работ и скорости возведения фундамента. У специалистов на вкручивание свай под небольшой дачный домик размером 6 на 6 метров уходит один световой день. А за два дня на свае можно поставить целую усадьбу. Пирсы, причалы, малоэтажное строительство, это само собой. Беседки, бани, там, мангалы, заборы, фонарные столбы, рекламы, дорожные знаки, да все что угодно, даже в промышленности. У нас работает проектный отдел, так что мы можем любой проект посчитать по нагрузкам, рассчитать любое строение. Компания «Фундекс» производит и монтирует фундаменты на винтовых сваях в условиях любого грунта, кроме скального. Сложность той или иной почвы с успехом компенсируется длиной и диаметром труб. Ни склон горы, ни многометровый слой торфа, ни подземные воды не смогут помешать вам построить дом там, где хочется. Причем с ощутимой экономией средств. Так, комплект свай и их монтаж, фундамент дома 6 на 6 метров, в «Фундексе» сегодня стоит 40 тысяч.